Илья, что ты тут делаешь? Привет, Вадим. Привет, ребята. Мы готовим тексты для наших франчайзи. Это инструкции, это рабочие материалы, рабочие пособия для использования. Здесь фактически неделя всех тех лекций, которые мы давали. Все адаптировано, к этому можно в любой момент вернуться и взять то, что нужно. Здесь по визам информация, по кейсам на убежище, по подготовке анкеты ДС-160, визового кейса, по продажам, по рекламе и так далее. Еще вот такой момент, если кто-то из наших дорогих подписчиков может корректировать тексты, помогать нам с методичками, будем рады видеть вас в нашей компании, присоединяйтесь, пишите в комментариях, оставляйте свои телефоны, и я сразу с вами свяжусь. Всем удачи, хорошего дня, пока!